Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру NEC. Ребята, мы спустились в шахту, и глава называется «В глубине». Мы с Доком и с пацаном вот с этим идем. Не помню, как его зовут, честно говоря. Ну и ладно, мы, в общем, в принципе, наша задача здесь пройти в глубине и разобраться вот с такими ребятами, которые пытаются нам что-то сделать. Ну, давай, я к тебе ближе подойду и поговорим. Идем дальше. О, я секретку нашел. Янтаря забираем. Янтарь — это хорошо. Идем вперед. Так, осторожно. Мне главное ближе к вам подобраться, и все, делов-то. Жизни восстановили, хорошо. Это хорошо, это все нормально, значит. Шахта огромная вообще. Да, Лукас. Именно так и работает шахта. Убрать землю, очистить структуры, забрать реликты. Семья Виктора веками строила шахты. А зачем силовые барьеры? А, некоторые существа очень злятся на них из-за добычи реликтов. Не отставай, и надеюсь, мы их не увидим. Ну давай, не отставай. Так. Надо быстро-быстро прям к ним подбираться, чтобы они ничего не успевали делать. Бросил на меня все-таки гранату. Пробираемся. О, робот таскает, смотри, камни таскает. Только не кидай. Ай-яй-яй-яй. Ну я еще жив, но жизни-то очень мало. Капец. Так мало у меня уже никогда, давно уже не было. Подожди, не кидай. Ну, может быть, заберем где-то энергию жизненную, а? Вот отсюда, с этого. О, хорошо, прям полностью восстановился. Еще и подрос, ребята, это хорошо. Суперский. Так, стоп, супер удар. Я вырос. А это значит, что скоро будут падать самые большие роботы. От моих ударов. О, вы как здесь уже оказались? Стоп. Впереди страж. Страшный какой-то, ну давай, надо с ним разобраться. Ладно, мой выход. Согласен, так, здесь что-то горит. Нам туда не пройти. А, стоп, вот этот не будем пока КамАЗ бить. Бульдозер этот. Потому что там будут реликты, и это нам будет как аптечка. Залечиться можно будет разочек. Хотя, знаешь, если его побить, может быть я подрасту. Да, чуть-чуть я подрос. Реально, чуть-чуть подрос, помощнее стал. Слушай, он бочками собрался. Ах ты, смотри на него, а. Нет, не надо было сейчас брать. Вот реально надо было аптечку оставить на потом. А здесь как пройти? Все энергетически тут что-то... Сверкает, мелькает, мне... Ну, в принципе, ладно, иду сюда пока. Я думаю, туда не надо нам. Жизни мало. Увернуться быстрей. Так. Если сейчас будет аптечка, то это очень хорошо. Если нет, то плохо, ребята. Что же делать? Вон он ковыряется там. Я, конечно, могу попробовать здесь выжить. В принципе, робота разворотили. Ну, давай. Отпрыгивай. Ну, немножко взял жизни. Может, мне это и поможет. А чё?
Получи. О, полностью восстановился. Все супер. Значит, так и надо. Нормально. Генератор запускаем. Сейчас лифт еще будет. Дальше куда-то поедем. Док, заходи. Я все для тебя сделал уже. Все запустил. Нажимай. Еще ниже спускаемся. Слушай, этот очухался. Ладно, мы в какой-то серии его. Я расскажу тебе все, что знаю. Присанули. Ну, откуда берется оружие? Вот как все устроено. Мы добываем реликты, а время от времени прилетает Гандахар на своем корабле. И мы торгуемся и обмениваем реликты на оружие. Я не знаю, где он живет. Мы просто ждем. Какой у него корабль? Сложно объяснить словами. Лучше посмотри сам. А, он летит, ничего себе. О, нет. Он поржал просто надо мной. Сложно объяснить, просто беги. Все, его спасли, этого большого опять. Что происходит? Жалуйся. Ладно, а мы пока идем. Да хорош, а? Ну-ка, мне подойти, главное, к тебе. Все. Вот секретка, ее прям видно издалека. Только посмотри. Мы добрались до места, где Виктор нашел свои гигантские реликты. Ничего себе тут, смотри, сколько их много было-то. Хорош кидать. А, мне надо было дождаться, пока он все скинет. А потом уже к нему подбираться наверх. А так получил камнем по башке. Ну ладно. Тихо, тихо, меня размочили опять. Давай еще раз. Не надо меня бить, да что-то жестко получилось так. Совсем жизни не оставил. Давай, швыряй. Еще. Давай третий. А теперь все. Ну-ка, этот тоже пусть швыряет. Давай. Кидай. Чтобы потом у тебя нечего было кидать, понял? А, у него есть что кидать. У него есть что катать. Смотри, он поджег. Осторожно. Ну все, вот теперь я с тобой разберусь. Аккуратно подпрыгиваем. Главное, когда они это делают. Все, вон там можно восстановиться полностью. Нормально. Пойдем, док. Тихо, тихо, ты кто такой? Не туда, куда-то я шарахнул. С одного удара, да? Нет. Не, ну смотри, нормально я ему дал. Я-то думал, он вообще крепкий, а он, смотри, разлетелся. Это бьется? Ай. Нельзя, значит, не надо бить. Так, 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 тихо. Давай, пусть они сначала все искатают, потом мы с ними разберемся. Чуть до меня не докатилось. А, все, ребята. Ты в курсе, что тебе больше катать нечего? Разлетелся сразу. Так, опять катальщики.
ближе подхожу, и все. А, тихо-тихо, зажали, не надо так. Все, последний удар ему. Энергию восстановил, все, идем. Может быть, где-то есть секреточка здесь, а? Какая-нибудь комнатка, а, секретная. Опять лифт. Вот он, пункт нашего назначения. О, здоровый какой, а. Ну давай. И до тебя доберусь. Вот и все называется. Ну-ка туда не запрыгнуть? Нет. Оставить бульдозер на потом? Наверное, мне кажется, да, надо оставить. Да ну, вставай, вставай, ты чё? Да хорош, как так? Палки берут, камни, чё только не берут. Хорош, осторожно. Еще у него есть. У него что, бесконечно? Смотри, у него бесконечно. На! Все, я пошел за жизнями. Я там специально оставил. Давай. Ну все, мы ближе к цели. Я думаю, сейчас будет завершение где-то вот здесь уже скоро. Но сначала надо разобраться с этим монстром большим. Так. На! Падай уже, все, хорош. Ребята, мы идем к вам. Бам, бам. Так, давай, накидай-ка камней. Или у тебя бесконечные опять? Точно у него не заканчиваются. Значит, надо просто подняться к нему. Вот и все. Вот и все. Зато я камни все разбил. И ничего он больше кидать не сможет. Давай наверх. Катальщик. Катальщик, мы с тобой тоже разберемся. У тебя что, бесконечные бочки там? Ну-ка посмотрим. Бери последнюю. Все, у него больше нету. Вот и все. Вот и все, подходи. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас рванет. Так, их что-то много прям вообще. Здоровых причем. Ладно. Пока этот стоит, бьем. Этого на... Ой-ой-ой, как он мне ударил больно. Осторожно. Он мне четверть жизни сразу отшибает с одного удара. На! Так, один отлетел. На! Да что такое-то, а? Все, не надо сюда подходить. Тихо, 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 тихо. Еще на. Буду с прыжка бить тогда, раз вы такие. Да хорош. Жизней мало. Вас много, но вы в тельняшках, да, ребята? О, я подзалечился чуть-чуть. Мало, конечно, жизни мне дали, но ничего страшного. Эти-то для меня не помеха мелкие. Самые опасные для меня это были большие роботы, так что все. Вот и вся энергия вернулась ко мне. Все, все восстановилось. Идем дальше. Что за ворота? Ну-ка, давай посмотрим. Момент истины. Через который я должен пройти, я как ключ, по идее, типа. Ой-ой-ой, что-то там зашкаливает. Виктор прав. Гигантские реликты. В невероятных количествах. Нек? Ну, давай. Открой дверь. Как? Я должен стать маленьким. Не влазить. Что-то не влезло, что-то не так пошло.
Я не ключ. Тогда что? Как предсказуемо, доктор. Видишь, я говорю, стоит только подождать, и они придут. Да, какое разочарование. Я надеялся преодолеть этот барьер. Ну, и что теперь? Вы доказали свою изобретательность, добравшись сюда, доктор. Я надеюсь, что вы поможете мне понять, как пробраться через эту проклятую дверь. Так он сам не знает. Не является ключом. Он представляет слишком большую опасность. Убрать его. Попробуй только. Нек! И куда я улетел? Что делать-то, ребята? Я просто куда-то свалился вниз. Так, ладно, хоть реликтов накидали. Я, значит, смогу собраться сейчас. Ну, я маленький совсем. Ладно, начинаем путь. Маленьким. Легендарная страна. Это будет в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан. И воткните колокольчик, ребята, чтобы не пропустить оповещения. Всем спасибо, всем пока!